оттенке нюд. И как видите, у меня накопилось огромное количество помад в оттенке нюд. За последние два года они абсолютно разные по текстурам, по цене. И давайте начнем. Первая помада — это матовая помада от Bourjois. Огромное количество оттенков. И я выбрала себе 0,7. К сожалению, ошиблась, потому что искусственное освещение и очень шелковистое покрытие. Очень она стойкая, очень приятная, но наношу ее в один слой. Обязательно увлажняю губы перед нанесением этой помады. Наношу бальзам, так как подсушивает губы. В принципе, стойкость у нее хорошая, и продукт мне нравится. В принципе, я обязательно попробую другие оттенки. Надеюсь, не снимут с производства. Далее у меня помада от L'Oréal, и все хорошо в этой помаде, кроме, наверное, одного. Мне нравится и упаковка, мне нравится и качество помады, и, в принципе, хорошая такая легкая увлажняющая текстура. Нравятся оттенки, но, опять же, как вы видите, я очень аккуратно использую эту помаду, потому что она со временем начинает в тюбике просто шататься. То есть мне кажется, что еще чуть-чуть, и я просто ее сломаю. И, наверное, это минус помад L'Oréal. Какую бы я серию не выбирала, и такая же проблема возникает. Очень красивый оттенок. Ой, свотч забыла показать. Очень красивый такой оттенок. Это нюд 235. Кто любит подобные оттенки? И также этот оттенок идет для блондинок. Так. 235. Вот такой сводчик. Далее будет оттенок помады от бренда Vivienne Sabo. Это очень приятный такой красивый нюд. Очень-очень мне нравится. В принципе, хорошее покрытие, тоже хорошо увлажняет. Но я не могу сказать, что она достаточно такая вот стойкая. В принципе, несколько часов, если вы не кушаете, не пьете, то она держится на губах. Красивый такой приятный оттенок. И эта серия для брюнеток тоже разделена. И помада в оттенке 102, номер 102. Далее помада от моей любимой фирмы Rimmel. И это бюджетный вариант 0,70. Я очень люблю эту помаду. Несмотря на то, что немножечко она сушит губы, суховатая. Она, в принципе, пахнет, очень приятная душка. Но все же очень мне нравится. Вот такой оттенок Airy Fairy, номер 0,70. И люблю ее использовать и днем, и вечером. Далее помада от Maybelline. Я не помню, какая это серия. В принципе, Maybelline Color Shine Sensation в оттенке 715, холодный чай. Тоже очень нравится. Содержит мелкие блесточки. Хорошо очень увлажняет. И у нее вот такой сводчик. Мне очень нравится увлажнение. Я не могу сказать, что она стойкая, но в принципе... Но опять же, все эти помады я использую... Под все помады использую бальзам, так как у меня и так сухие губы. И, в принципе, есть некоторые марки, которые, если губы у вас не ухожены или проблемы какие-то есть, конечно же, подчеркнут шелушение и будет некрасиво смотреться. Далее помада. Очень понравилась мне серия от Maybelline. И в этой коллекции несколько оттенков. Я выбрала номер 725, Taupe. И вот такой оттенок нюда, очень красивый. Так он выглядит. Вот он. Очень нравится, в принципе. Тоже очень приятная душка. И мне нравится такое вот сливочное покрытие. Такая сливочная текстура. Очень-очень нравится, очень люблю. Так. И далее у нас помада от бренда Milani. Это мой фаворит, моя любовь. И, наверное, это лучший бренд. Просто завоевал мое сердце. Я очень-очень люблю, потому что они очень плотные, они густые, они очень хорошо ложатся и перекрывают оттенок губ. Очень-очень-очень нравится. И приятная душка. Вот такой оттенок, номер 26. Вот так выглядит этот оттеночек, 26. Так, далее помада от бренда Revlon, и это серия Matte Smoke Peach. Подобный оттенок я тоже отношу к нюду, так как вы знаете, что кожа, оттенки кожи бывают разные, и смуглые, и светлые, и средние, и нюд идет абсолютно всем разный. Это персик, это розовый нюд, это нюд в желтый потон, это коричневые оттенки, и также вот такой красивый персиковый оттенок Smoke Peach. Мне нравится. Конечно же, вот такой оттенок, он универсальный, но больше подойдет девушкам смуглым. Мне нравится такой подобный оттенок на смуглых девушек. Так, я сама использую его, но
если смуглая кожа или кто в солярии ходит, ну, не сильный такой загар, можно так сказать, средний, будет очень красиво смотреться. В принципе, она немного сушит губы, хорошо ложится, но все же губы подсушивает. Так, в принципе, неплохая серия. Далее помада от Essence в 0,7 оттенке, и упаковка мне очень нравится, несмотря на то, что они бюджетные. Очень хорошая помада, я рекомендую, если вы увидите эту помадку, по крайней мере, мне очень нравится. Вот такой оттенок 0,7, натуральный, очень красивый, тоже хорошо ложится, хорошо держится. Очень-очень мне нравится, я обязательно куплю другие оттенки, я надеюсь, не снимут с производства, потому что бренд Essence завоевал любовь. Так, и мою любовь этот бренд завоевал. Так, Pinky Beige, 721 серия от Maybelline помада. Кстати, очень бюджетная помада этих серий и достаточно очень хорошая, потому что увлажняет, хорошо ложится, держится. Очень-очень нравится эта помадка. Я больше всего люблю из Maybelline именно вот эту серию с Maybelline. Очень мне нравится. Вот такой оттеночек, Pinky Beige. Хотелось бы, чтобы линейка была именно представлена в розовых оттенках. Мне бы очень хотелось, потому что я очень мало вижу розовых оттенков. В основном какие-то коричневые, персиковые, бежевые. Качество очень хорошее, мне, по крайней мере, нравится. Далее помада, эта помада, не помню, какая серия. Вот такой оттенок, 220. Эта помадка, она гелевая. И, в принципе, хорошего покрытия не ждите. Она очень легкая. Ой-ой-ой, не там. В принципе, нет, не взяла. У меня еще есть вторая. И, к сожалению, я ее оставила. Вот такой оттенок. Не знаю, смогу ли я показать свотч. Приблизительно. Вот, смогу показать свотч, потому что я ее оставила, к сожалению, в другом месте. Вот такой оттенок, очень мне нравится этот оттенок, и у меня это, по-моему, уже третья упаковочка, вот такой 220, очень-очень нравится, очень приятный, и днем, и вечером можно носить, но, опять же, очень легкая, нагелевая текстура, неплотное покрытие. Далее помада от NYX, и, опять же, такой оттенок я отношу к нюду, это 518А, и вот так называется оттенок, очень красивый, особенно на весну, на лето. Очень-очень нравится. И вот так выглядит вот этот оттенок. Опять же, хорошее покрытие, но она абсолютно не стойкая, она хорошо увлажняет. И очень хотелось бы немножечко другую одушку. Так, далее помада от Victoria Shu. Она бюджетная, она хорошо наносится, красиво смотрится, но, к сожалению, мне что-то в ней... Я не могу пока понять, что именно не нравится. Я не могу сказать, что она достаточно такая сухая, но она какой-то вызывает у меня дискомфорт. Сначала нанесу вроде бы ничего, а проходит минут 20, и хочется ее мгновенно просто удалить. Вот так же, опять же, она, пигментация у нее, видите, отлично, она перекрывает хорошо оттенок губ. И смотрится она достаточно, в принципе, очень хорошо на губах, но что-то не нравится. Это оттенок 313. Это бюджетная помада. Далее помада от, опять же, от Rimmel. Это такой персиковый оттенок. И, по-моему, здесь содержатся небольшие мелкие, еле заметные частицы. Опять же, очень красивый такой персиковый оттенок. Вот такой. Но он уже, как видите, от Revlon отличается. Revlon такой, он даже больше персик такой. В рыжинку, можно так сказать, этот вот такой оттеночек. Так, ну, мне нравится эта серия, несмотря на то, что она подсушивает губы, она хорошо смотрится на губах. Я наношу бальзам. Далее помада у меня будет от MAC в оттенке Крем де Нюд. Вот такой оттенок. Опять же, мне понравилась эта помада, как она выглядит на губах. Вот она. Как она выглядит на губах, такая приятная текстура кремовая, хорошо увлажняет губы, очень красиво смотрится, но, к сожалению, держится она недолго, и, опять же, нужно наносить обязательно бальзам. Так, далее помада от Max Factor в оттенке Maroon Dust, 735 номер. Опять же, в линейке невероятно красивые оттенки, розовый, малиновый, фуксий, натуральный, то есть каждый из вас выберет свой оттенок. Я выбрала вот такой нюд себе. И, по-моему, там еще какой-то был карамель, но выбрала вот этот. Очень приятно пахнет эта помада, тоже отлично смотрится на губах, хорошо наносится, ложится хорошо. Но, опять же, нужно использовать бальзам. Так, и
Все в ней мне нравится, кроме цены. Цена завышена. Ну, я бы, наверное, дала бы этой помаде не пятерку все-таки поставила, а четверочку. Так, и далее помада от El Corazon. El Corazon тоже достаточно хороший бренд, номер 256. И тоже ассортимент, конечно, у них богатый, оттенки помад. И, в принципе, неплохая такая вот бюджетная помада. И эта помада, она... Марка это профессиональная, у них огромный выбор тоже средств и тени, и помады, и блески. Вот такая помадка, неплохая достаточно. Так. Я пока еще, в принципе, не всю закончила. Далее помада будет от Oriflame, это достаточно такая старая серия. Я, в принципе, не знаю, выпускают ли сейчас, потому что я уже давно ничего, в принципе, не покупаю от Oriflame. И есть, конечно же, очень хорошие у них серии. И эта помадка такая тоже, она персиковая. И вот так называется. Warm Peach. Не знаю, в принципе, она неплохая, но, опять же, немного подсушивает губы. Далее помада очень бюджетная. Это помада от Evelyn. Она невероятно увлажняет, она очень дешевая. И когда-то я случайно купила эту помаду. И, в принципе, и цвет мне нравится. И нравится, как она увлажняет, нравится, как она ложится. Вот такой оттенок. Это оттенок 455. И называется она Aqua. Aqua Platinum, по-моему, серия. Очень хорошо она увлажняет губы. Далее у меня помада от Elf, и я могу сказать, что эта помада была бы моей любимицей, но, к сожалению, один большой минус – это душка. И, как вы видите, помада немножечко уже плохо закреплена в тюбике, она немножко уже шатается и постоянно остается на упаковке помада. В принципе, очень хорошая, очень хорошо она ложится, она просто невероятно хорошего качества, она очень густая, но одушка у нее, конечно же, советских помад. А так, в принципе, очень классное качество, мне очень понравилось. Ну, это нюд именно вот для смуглых девушек, мне она досталась в подарок, и я смотрела на сайте, если было бы огромное количество каких-то розовых помад, я бы, наверное, себе приобрела, но, к сожалению, иногда могу позволить себе такой оттенок. Далее помада от Avon. И этот оттенок не тот, который я ждала. В принципе, это оттенок такой даже бронзовый какой-то. Качество очень мне понравилось этой серии. Приятная одушка, она хорошо ложится. Так, но, к сожалению, оттенок не мой абсолютно. То есть, когда смотришь по каталогу один оттенок, а когда уже... получаешь абсолютно другую, в принципе. Она заявлена как стойкая, эта помада, да, она действительно хорошо очень держится. Вот так она называется. Так. Далее два любимейших блеска, и опять же, очень мне нравится эта серия. Это NYX Mega Shine, пахнет вишней, и очень красивый такой глянец, и... хорошее покрытие, не полупрозрачное. Так, вот так выглядит. Вишенкой пахнет очень хорошо. Ложится, увлажняет губы и хорошо держится. Мне очень нравится. И это оттенок Naturelle 122. Очень-очень люблю эти блески. Далее Butter от NYX. И это вот такой оттенок. Очень приятный, тоже очень люблю. Очень вкусно пахнет. Вот такой оттенок. И это крем-брюле. Очень я люблю. Качество у них, конечно, замечательное. Ну, и осталось у меня две помады, самые такие бюджетные. И у них огромный ассортимент тоже оттенков. Именно оттенки просто мне невероятно нравятся. Это Релуи. В принципе, она уже подходит к концу. Так, вот такой оттенок. Очень приятный. Он больше, конечно, блондинкам подойдет. Но я пользуюсь. Вот такой оттеночек. Тоже хорошо увлажняют, но стойкость такая. Часа два приблизительно. Так, час-два. Так, и это оттенок 398 тон и 317. И вот такой следующий оттенок. Очень мне нравится. Так, оттенки в этой коллекции. Ну и, в принципе, все. Всем приятного просмотра. Пока-пока и до новых встреч на моем канале.